Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы начитываем вопросы, которые стоят на нашем сайте во свете Библии. Наши вопросы ко мне. Вопрос 3836, 26 том «Открытым оком». Вопрос: как не послушаешь, люди часто оправдываются тем, что их дел лукавый попутал. А на самом деле, может, и сами уже научились, и без него не хуже вытворяют? Вопрос-то хороший. Ответ. Все происхождение зла дьявола. И даже если человек сам делает зло, то учитель, то у каждого на злое дело один и тот же. Исконный враг Божий, дух зла, семиглавый змей, дракон древний. От Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. 1 Петра. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Иоанна. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Откровение. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Стихотворение. Так, подожди. Ну вот теперь видишь, как? Какой ответ? Места писания, больше ничего нет, все ясно. Дальше болтать уже не о чем. Ну и дальше, можешь стихотворение дать. Зачем ты за пивной стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и бледна. С какой-то розой огромной у нецелованных грудей, а смертный венчик самый скромный украсил бы тебя милей. Ведь так прекрасно, так нетленно скончаться рано до греха. Родители же непременно тебе отыщут жениха. Так называемый хороший и вправду честный человек перегрузит тяжелой ношей твой слабый, твой короткий век. Уж лучше бы, я еле смею подумать про себя о том, попаться бы тебе злодею в пустынной роще вечерком. Уж лучше в несколько мгновений и стыд узнать, и смерть принять, и двух истлений, двух растлений не разделять, не разлучать. Лежать бы, платьице измятом, одной в березняке густом, и нож под левым лиловатым еще девическим соском. Берлин. Я думал, это ваше стихотворение сначала. Когда он написал? 1923 год, Берлин, Ходосевич. Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, потому что в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Понятно. Вот я отвечаю на вопрос поэтами. Шесть поэтов праздных говорю дальше. Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, отдай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, терпи, еще не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много, я ж жажду сразу всех дорог. Всего хочу. С душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, вести детей вперед сквозь тень, чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумием каждый день. Люблю я и крест, и шелк, и каски, моя душа мгновенный след. Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть. 17 лет, Марина Цветаева. Откровение. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. В тени косматой ели, над шумной рекой, качает черт качели мохнатой рукой. Качает и смеется вперед-назад, вперед-назад. Доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом, хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь, вперед-назад, вперед-назад, хватаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой, попался на качели, качайся, черт с тобой. В тени косматой ели визжат, кружась гурьбой, попался на качели, качайся, черт с тобой.
я знаю, черт не бросит стремительно доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутяся конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Взлечу я выше ели и лбом о землю трах. Качай же, черт, качели, все выше, выше, ах. 1907 год, Сологуб Федор. Второе царство. И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют пред нами. И сказал Иоав: пусть встанут. И встали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. Поиграют, пускай вместе. 24 трупа. 1 Коринфянам. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Встал играть-то, это же вот о чем речь идет. Дальше. Я не для ангелов и рая всесильным Богом сотворен. Но для чего живу, страдая, про это знает больше он. Как демон мой, я зла избранник, как демон с гордой душой, я меж людей беспечный странник, для мира и небес чужой. Прочти мою с его судьбою, воспоминанием сравни, и верь безжалостной душою, что мы на свете с ним одни. Ермонтов Михаил, 1831 год, Второзаконие. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Стихотворение. Я сегодня вспомнил о смерти. Вспомнил так, читая, невзначай. И запрыгало сердце, как маленький попугай. Маленький. Ну, почему не маленький? Я для рифмы, как маленький. Как раз, как маленький попугай. Ты считаешь, не ту рифму взял, давай. Прыгая, хлопает крыльями на шесте, клюет какие-то горькие зерна и кричит: не могу, не могу, если это должно быть так скоро, я не могу. Ну какое, ни шесте, ни рифмовать-то, рифма-то и вообще нет никакой. Нету что-то, да. Дальше. Гонец, ты с недобрым послан, заблудись, подожди, не спеши, Божье слово слишком тяжелая роскошь, и оно не для всякой души. 1914 год. Илья Еренбург. Лука. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это я все на вопрос отвечаю на один. И 6 поэтов за 300 лет. Из 300 поэтов. Выбираю 6 эпиграфы к каждому. И отвечаю на сотни вопросов. Одними поэтами. А 2 тома отвечаю только одними житиями и эпиграфами из Священного Писания. Книги-то они не то что уникальные, они не имеют ничего подобного в мировой практике. Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно. Только погодя бывает тошно, если вспомнишь как-нибудь оплошно. Кто они мои 4 пуда мяса, чтоб судить чужое мясо? Больше никого судить не буду, хорошо быть не вождем, а массой. Хорошо быть педагогом школьным или сидельцем в книжном магазине. Или судьей. Каким судьей? Футбольным. Быть на матчах пристальным разиней. Если сны приснятся этим судьям, то они во сне кричать не станут. Ну а мы закричим, мы будем вспоминать былое неустанно. Опыт мой особенный и скверный. Как забыть его, себя заставить? Этот стих ошибочный, неверный. Борис Слуцкий. Слуцкий, Матфея 7 глава. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить, римлянам. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким ты судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Так, и сколько это заняло? Делаю то же, то есть. 9,5 минут. 6. Так, бери, который самый короткий. Игнатьевна, все. Ну, 9 минут, то есть, как бы. 9,5 минут. Ну, вот я не знал, не понял.